В этом видеоролике я расскажу вам про ролики. Если вы подбираете ролики для вашего прицепа, возможно, это видео будет вам полезным. У меня на столе три модели. К ним можно применить несколько видов сортировки. Сортировка номер один по цвету. Синие и желтый. Сортировка номер два по высоте. Более низкие и высокий. 72, 75 и 87. Третья сортировка по качеству поверхности. Здесь мы видим ребристая, здесь гладкая. Вы думаете, все? Нет, есть еще отличия. У этих роликов ось расположена по центру и глубина втулки 15 мм. У этого ролика ось смещена к краю. Глубина втулки 38 мм. Еще одна сортировка по технологии изготовления. Здесь мы видим, что втулка и ролик изготовлены из разных материалов. Втулка впрессована в ролик. А здесь мы видим цельное литое изделие. При температуре 22-23 градуса материал этих роликов достаточно пластичен. Это все, что я могу сказать про эти ролики.